не бомбер, я веду газель. Два часа, как позабыта, теплая постель. Пешеходы обнаглели, лезут на таран. Бестолковым пассажирам сдачу я не дам. Спорт и творчество очень тесно связаны, как бы это ни казалось странно. И для нас это возможность попробовать что-то новое, получить новый адреналин после завершения спортивной карьеры, познакомиться с новыми людьми и снова почувствовать тот кайф, когда ты на сцене и выступаешь, на тебя смотрят люди. От, например, миниатюр обычных эстрадных, от КВН различного. Поэтому я люблю больше пантомиму и клоунаду, чем мы занимаемся в овации. Мы счастливы, мы восхищены, потому что мы единственные школьники тут. Все-таки победить студентов, это, ну, понимаете, это невероятно. Нас всех объединяет вот это творчество, нас всех объединяет что-то веселое, чувство юмора там и так далее. В общем, мы очень рады победе, очень рады гран-при, очень рады, что посмотрели на все коллективы, которые участвовали в этом всем фестивале. Мы благодарны, собственно говоря, членам жюри и ребятам.